в этом году сезон прошел, в принципе, отлично. Снег мы заготовили еще в ноябре, подготовили гору, а прыгать начали, можно сказать, в конце ноября уже. Малые трамплины тренировочные уже начали ребятишки заниматься. Также сборная прыгала. В декабре уже запустили большие трамплины К-95, К-125. Сейчас до сих пор прыгают, тренировка идет благодаря искусственному снегу. Я думаю, будем прыгать до конца февраля. Погода позволит, может быть, и полмарта попрыгаем. В 2020 году мы провели капитальный ремонт канатной дороги. Дорога работает. Сделали ремонт трибун на 5000 мест посадочных. Вот, благодаря акимату города. Все это как бы в рамках дорожной карты Алматы были сделаны эти работы. Все работает, комплекс работает, трамплины работают. Также и летом будут трамплины работать. Летом тоже мы прыгаем. Весна, лето, осень. Есть там небольшие межсезонья, когда укладка сетки идет снегоудержащей. У нас есть ребята, которые уже прыгают очень хорошо. Вот на зимних соревнованиях в декабре онлайн-соревнования были с Россией. Мы перепрыгнули Россию. Благодаря вот такому уникальному комплексу, который построили наше высшее руководство страны, выделило такие ресурсы на такой уникальный комплекс. На протяжении нескольких лет горожане приезжают к нам на верхнюю площадку трамплинов, катаются на тюбинге, отдыхают, фотографируются. Вид очень шикарный, полностью видно весь город. Также у нас есть флагшток, где тоже можно пофотографироваться. Даже были такие случаи, ну, не были, а они как бы у нас используются. Делают предложения у нас на горе, свадьбы приезжают. В дальнейшем тоже планируется у нас трасса Двоеборья. Она получается 8 километров протяженности. Там также планируется скандинавская ходьба, катание на велосипедах. Планируем открыть футбольное поле с раздевалками, с душевыми кабинами. Уже более будем делать современный сервис для отдыха наших горожан и гостей города Алматы. Уникальный комплекс, еще раз повторюсь. Таких трамплинов в мире единицы. Благодаря малым трамплинам К-20, К-40, К-60 дети занимаются с 6 лет. Тоже планируется в 2021 году поставить сборный трамплин 5-метровый, чтобы это вообще для малышей, чтобы дети уже прям шли без страха, без боязни. Ну, в принципе, отлично все как бы. Тренировочные вот эти малые трамплины, благодаря малым трамплинам идут вот эти дети, поднимаются на большие высоты.